ну не ждите, выезжайте. Зачем очканул? Зачем очканул? Свет! Заднюю как включить? Не надо заднюю, ты что, нет? Снегоход едет только вперед! Свет!
Убери трубки! Садись на поварик! Давай, давай! Давай туда переезжай, Матвей. Давайте и вон туда едьте, вон на те дома. Видите? Ну ладно, пусть едет. Нажал? Да. Ай, как мощный заглох. А это, на земле какие-то. Блядь, вот я тут поехал, слышно? По свету вот по ему, пиздец вот так меняет. Матвей, подъедь сюда! Когда по следу идешь к чему-то, пиздец, невозможно ехать. Это у тебя подсознательно, все возможно. Не, тебя... я имею в виду, что швыряет. Это тебе подсознательно, тебе кажется, не швыряет ничего. Тебе не, ну один как
когда идешь по, вот по-чистому, он вообще идет как по рельсам. Разница? Это у тебя подсознательное ощущение из-за того, что тебе кажется, что у тебя руки в колею попадают, и кажется, что тебя швыряет. Нет. По колее ты гашетку уменьшаешь. Когда ты ешь попоры, тебе похуй. Ты прибавляешь, тебе можно сказать, и тебе кажется, что ты король. Ты там же жми и все. Ой, это нормально, нет, по колее всегда, заебись. Ты чего не открываешься? Вот ровно, здесь можно открыться и дубасить. Чего ты боишься или чего ты? Вот ты счастье, что Семенок с тобой поперся, блядь, старый, сегодня. Вот у вчерашнего. Открылся и дубась, не бойся. Надо прям. Ты даже если со снегохода упадешь, ничего страшного не произойдет. А у тебя нос не отмерз? Точно не отмерз нос? Чего? Он еще красный, вот когда белый будет, тогда... Ты когда это как вот, ты когда едешь по ходом, ты опускай стекло, оно не будет потеть у тебя. Ты вот, нет, да, вот сейчас не надо. А когда едешь ходом, то есть вот разогнался, все, опустил стекло, оно не будет потеть. Запотело, поднял, а это опустил. Шлем, ты шлем не дал. Нормально. Они все большие. Сейчас не надо, сейчас запотеет, подними. А здесь нет бокса для прогрева? Купишь отдельно за деньги, а, будет. Бокс, тут все идет, но все за деньги и все отдельно. Считай, что европейская марка, блин. Они только летом ездят, да? По воде. Надо подсознательно, блядь, мозг перенастроить. Да, ты перенастроил. Конечно, вообще не квадрик, блядь. Да. Я пытаюсь его уложить как квадрик, блядь, а ногу не успеваю перекладывать. Не надо, не надо. На нем вообще можно только на одной гусянке есть. Если любая непонятная ситуация, открывай газ, он встает на гусянку, и ты ду-ду-ду-ду-ду. По любому. Просто, знаешь, когда идешь, вот когда, например, неровный, вот так, да, идет это. Да. И он вот так встает, мне кажется, он сейчас упадет. Нет, блядь. Вот смотри, он у тебя вот такой неровный профиль. Ты встаешь на эту ногу и нажимаешь газ, он у тебя вот так вот подсознательно встает. Ногу надо левую заносить. Нет, просто встал вот на эту ногу и газ нажал. Можно просто вот так вот встать и газ нажал, он у тебя вот так вот встанет. Вот этой, с этой стороны гусянка копнется глубже, и снегоход у тебя вот так вот поднимется. Жопу просто перенеси вот так, достаточно уже будет. Уже нормально. Ну что, сейчас поставим. И запомни, снегоход ездит только вперед. Задняя передача это чтобы заехать в гараж и в прицеп. Все. Почему? Подальше этот надо сдать, назад это уже леска еще надо. Ну, короче, только чтобы заехать в прицеп и в гараж, только вперед. Даже не думай, что ты вот сейчас вот поедешь и где-то задом развернешься. Что, она слабая, что ли? Она не слабая, она не предназначена для того, чтобы ездить на нем. Он, во-первых... ну, а ты сказал, что задняя еще нужна, когда на склоне спускаешься. Ну это как, да, когда на склоне спускаешься, ты тормозишь. Ну, я тебе еще раз, чтобы ездить, нужен только вперед, все. Никаких передач, завел и погнал. Попей чай будешь? Руки согрел? Вон туда в лесополосу тогда заедем, да, давай. Там кончится, да. Да, да, да. Которая это, к бетонке ведет. А тут дует снега, блядь, месяц идет. Нет, которая к бетонке туда надо ехать. Так он думал еще, знаешь, когда еще с прошлого года. Что? Как Саша отдал. А он еще пока денег не дал, ему после Нового года на бензол деньги зашлет. Я не знаю, ну как 600, он там 600, 550, как договорятся. Я не лезу их не тоже.